Что такое круизный отдых? Ну, э, во-первых, э, э, круизы э, ЮНЕСКО признали самым безопасным видом отдыха в мире, поэтому людям, которые путешествуют на круизных лайнерах, просто не о чем волноваться. Следующий момент, что это не просто отель, это шикарный город на воде где есть все э, вообще развлечения которые могут только быть помимо того что это э, шикарные номера 4 5 звезд и выше внутренние есть э, с видом на океан есть с балконом есть каюта и свита это двухэтажные с бассейном есть с размещением до 8 человек это также еще детские площадки, это аквапарки, это казино, дьюти-фри, салоны красоты, теннисные корты, гольф-площадки, это целые концертные залы. То есть все, по сути, все, что можно найти в городе, это все есть на круизном лайнере. И, конечно, туда включено все. Это завтраки, обеды, ужины, это шведский стол, это ряд развлечений. Поэтому это считается вообще самым роскошным видом отдыха. Любой клиент может в своем личном кабинете зайти и выбрать себе Одно из пяти тысяч направлений, начиная от Карибского бассейна и заканчивая Арктикой, и продолжительностью от трех дней и до полугода. То есть, есть даже кругосветные круизы, благодаря которым можно увидеть вообще целый мир. И, кстати, вид круизного отдыха, да, о котором мы говорим, это действительно та самая возможность, которая дается человеку увидеть от двух стран и более за один круиз. Да, в какой-то побывать три дня, в какой-то два, в какой-то один, и при этом... Если посмотреть глобально, то не нужно затрачиваться на постоянные перелеты, не нужно затрачиваться на постоянное бронирование отелей. То есть ты живешь у себя в номере, да, ты питаешься у себя на лайнере. И если тебе стало, да, там интересно, ты отправляешься в город со, со своей семьей, со своими близкими или, или друзьями, заказываете себе экскурсию, гуляете. Если вы хотите вернуться на лайнер, то вы возвращаетесь на лайнер. И почему я здесь? Потому что Индустрия круизного бизнеса дорожает с каждым годом на 20-25 процентов. Вот и когда появилась возможность взять вообще кусок от этого рынка, безусловно, я не смог пройти мимо данного предложения. Как это работает? Есть э, международный элитный круизный закрытый клуб InCruises, который развивается сейчас более чем в 170 странах по всему миру и клиентами которого является более 100 тысяч человек. То есть, по сути, цель клуба это объединить огромное количество людей по всему миру, э, которые хотят путешествовать чаще и при этом не переплачивать за свой отпуск. Так как Инкрузес является клубом, у любого клуба есть так называемое членство, да, и есть большое количество клубов. Сейчас это то, что набирает большую популярность, как фитнес-клубы, как гольф-клубы, как клубы предпринимателей и так далее. Вот, и их сейчас огромное количество, да, и для того, чтобы стать членом определенного клуба, то люди оплачивают членский взнос. У нас подобная система, но членский взнос, который оплачивает клиент клуба, он не платит деньги кому-то, он откладывает деньги на свои же путешествия. То есть система построена таким образом, что клиент клуба ежемесячно оплачивает фиксированную сумму в размере 100 долларов. И эти 100 долларов клуб удваивает. То есть на каждые 100 долларов клуб добавляет еще так называемый 100 круизных долларов. Это запатентованная денежная единица, которая аккумулируется у него на счете, и далее клиент может выбрать себе любое направление и забронировать себе тот круиз, который он захотел. Все отношения с клубом рассчитаны на долгосрочное, о чем это говорит, что клиент клуба в первый год своего членства может использовать 60% от накопленной суммы. Во второй год 70%, в третий год 80%, в четвертый год 90%, и в пятый год 100% накопленных денег. То есть, если круиз стоит тысячу долларов, например, там на 7 дней или на 14, то по факту человек заплатил 500 долларов, да, и в базе я вам могу сказать, есть круизы, которые начинаются уже от 250 долларов, но это еще не все возможности, которые дает клубное членство. Я сам, например, являюсь клиентом этого клуба, но я также еще являюсь и партнером, и вот для партнеров уже есть особые привилегии. Становясь партнером клуба, это составляет всего лишь 295 долларов, это и э, членство в клубе. И также возможность путешествовать бесплатно и развивать свой собственный бизнес уже по готовой системе. То есть оплачивая 295 долларов один раз, 100 долларов аккумулируется на счету, которые удваиваются, то есть 200 круизных долларов появляется на круизном счете, и 195 долларов – это возможность вести этот бизнес. Со второго года эта сумма составляет 95 долларов. Есть такое понятие, как бесплатное членство в клубе. Ты получаешь бесплатное членство в клубе на тот момент, когда через тебя клубу присоединяется 5 партнеров. То есть ты освобождаешься от необходимости оплачивать по 100 долларов ежемесячно. За тебя делает это клуб. То есть клуб каждый месяц оплачивает по 200 круизных долларов. Я являюсь партнером и членом клуба. У меня бесплатное членство. У моей супруги точно так же есть партнерство в этом клубе, и она является клиентом безоплатным, да, то есть за нее тоже клуб оплачивает Ежемесячно по 100 долларов и есть партнеры э, у меня в команде, которые точно так же имеют э, бесплатное членство. Э, компания также премирует живыми деньгами, да, то есть. За 5 партнеров, которые присоединяются к клубу, ты зарабатываешь 350 долларов. То есть, например, за первых 5 партнеров, которые присоединились в клуб через тебя, ты выходишь не просто на полную окупаемость, а ты, а, а ты еще и зарабатываешь сверху. То есть 350 долларов а, ты заработал, цена твоего бизнеса обошлась тебе в 295 долларов, из которых 200 уже у тебя находятся на счету на твои путешествия. И 55 долларов ты, получается, еще заработал сверху. Есть люди, которых я лично знаю, которые зарабатывают и 50, и 110 тысяч долларов в месяц, причем выходят на эти цифры всего лишь за два года э, в этом бизнесе. Если говорить о моем результате, то мой результат за 4 месяца суммарно я заработал свыше 600 тысяч рублей. Э, и помимо этого компания начислила на, на мой круизный счет сумму в размере, больше чем половиной тысячи долларов. И буквально вот недавно мы с моей супругой забронировали наше первое путешествие через клуб инкрузис по Арабским Эмиратам, куда мы отправляемся с 3 по 10 марта. Доходы у всех разные, скорость у всех разная. Важно понимать, что этот бизнес это не панацея от бедности. И, безусловно, все зависит только от тебя. Здравствуйте, уважаемый зритель. Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху, по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах с моей стороны в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата ссылка для бесплатного регистрации находится под видео и затем я с вами свяжусь до встречи